чтобы уже переходить к каким-то сложным техникам с лапелями, надо сначала освоить X-гард, обратный X, single X, и потом добавлять туда лапел. Если ты не знаешь правила и основы работы в X-гардах, ты с этой лапелой, как бы вот сложные последние как бы, движения, тебе сложно как бы его делать. Ну, поэтому мы и начали как бы с самых базовых свипов из лапели, да, самых базовых, там, скажем, для белых, синих поясов. И по чуть-чуть как бы переходили к более сложным. Простые техники там хорошо зашли тем, кто вообще не был знаком с воренгардом. И вот последнее, вот там, коричневым поясам Колесал, ну, очень понравилось. Все остальное до этого он, видно, знал, а как бы вот это, как бы, типа, да. А так разве можно было, типа, а, ну, класс, типа, надо делать, как бы. То, что мы закрыли воренгард, как бы каждый пояс нашел одну свою какую-то технику. Не надо, чтобы там все, ну, условно говоря, запомнили все техники. Там как Зарубин сегодня говорил в интервью. Сейчас мы пытались вспомнить то, что было с утра на техниках. К сожалению, только остатки вчерашней техники. Одна из пяти. Но хорошо, что есть БЖЖ онлайн скул. Онлайн школ БЖЖ. БЖЖ онлайн. Ты сам не знаешь. БЖЖ School Online. Там все будет. Хватает, чтобы там белые и синие пояса заполнили первый свип, там, самый базовый, а вот пурпурные, коричневые уже взяли для себя что-то новое.